святая святых турнира. Юрий Викторович Грачев. Юрий Викторович, как первые три тура без сбоя? Отлично. Все хорошо, никаких накладок, жеребьевка, все в порядке. Претензий не было. Претензии? Претензии принимаются только в письменном виде, и их обсуждение осуществляется в самом гуманном стране, в самом гуманном суде мира. Так, интересно, а для чего апелляционная комиссия? А если я захочу претензию предъявить? Ваше право. Понятно, но какие-то залоги существуют у вас или что? Ну правильно, апелляционный комитет не может собираться каждые 5 минут, если какой-то... Какой? Гражданин захочет оспорить решение мнения заработка главного арбитра. Несерьезно. Это первое. Второе, он же не может бесплатно это делать. А как? Какова цена будет моей претензии? 2000. Платим лично вам или? Нет, мне ничего не платим. А кому? Вместе с залогом подаете. Понятно. Спасибо.